как будто сдается. А это концовочка. Что творится сейчас на скамейке запасных Амкара? Как будто они выиграли как минимум финал Лиги Европы, если не финал Лиги Чемпионов. И снова Пеев своим ударом все решил для своей команды. Айда Амкар. Очень хорошо, что в чемпионате России есть такие команды, которые играют до конца, которые все-таки начали ходить в атаку, в Москве играя. Это здорово. Да, ходить смотрите, не один раз, а регулярно. Ну и здесь, опять-таки, если Игнатович находился в офсайде, то он мяч не трогал. Потому что тот, кто пошел на Пекущак, добивание, Пекущак видимо, нас услышал и сыграл все-таки, как вот должен играть единственный нападающий в команде, который большую часть времени находится в обороне. И он свой момент бросается вперед, молодец, Локомотив. Использовал. Абина! Нарубин выручает. А что, Сергей, мы с тобой отличный матч посмотрели, между как прочим. Как выяснилось, потому что это точно было матча. Лучше вчерашней в Лиге Европы многочисленной. Показывает нужных футболистов Амкара и тренерский штаб Амкара. Нарубин там обнимается так своими партнерами в четвертьфинале Лиги Чемпионов. У нас нет времени, мы должны вываливаться на другую трансляцию. Георгий Черданцев, Сергей Акулинин вместе с вами смотрели отличный матч чемпионата России. Локомотиву стоит о многом задуматься. Поздравляем, Амкар, браво! Вновь команда играет очень здорово на выезде через тур «Амкар»